они как держут там и срут, да. Короче, вот такая у них система, да. Это я эту систему знаю. И вот я, у меня люди были такие всякие. Человека накормишь, напоишь, дашь ему выпить, а он тебе тут же насерит, да. И тут же тебе плюнет в морду, да. Просто натурально в морду. Это что, дикость? Это вообще, это не люди какие-то. Вот так смотрим. И, короче, вот, ну как? Ну, просто держите общество, такое сильное общество, что вместе живите, вот, например, вы вместе будете жить, вас, чтоб дружно вы жили, и вас никакой бандит не возьмет. Бандит вооружился, вы вооружаетесь, он сделал так. Это как, что-то там, зашел я вот как-то в магазин. А, или там преступник какой-то зашел. А, такой, знаете, преступник на своем жаргоне, на продавщицу. А продавщица такая. Она, продавщица не испугалась. А она ему такой жаргон этому, на таком жаргоне вот этому преступнику прочитала вот это все на. У того просто у преступника челюсть захлопнулась, вы представляете? И шары из орбит вылезли, на. Вот ему продавщица на таком жаргоне сказала, на, что он опешил, вы представляете? Вот так надо с преступным миром бороться. Вот как они говорят, да, на своих жаргонах, вот так же вот эти жаргоны, вот, короче, а ихнее оружие, вот ихнее оружие, да, ихним же оружием бейте по ним. Вот и все.